Кстати, сегодня мы с вами поговорим про разные виды прошедшего времени, а именно со стороны практики и как их использовать на примере конкретных предложений. Посмотрим, какие вопросы помогут нам понять, какой из времен использовать в том или ином примере. Ну что ж, давайте переходить к заданиям. У нас здесь есть 8 предложений, и на примере этих 8 предложений мы разберем все времена прошедшего времени. Давайте посмотрим на первое из них. James was sad because he, дальше идет глагол, missed the last train home. James был грустным, потому что он опоздал на последний поезд домой. Да? В данном случае здесь у нас идет ситуация, когда одно действие предшествует другому действию в прошлом. Для того, чтобы установить последовательность, мы обращаемся к логике событий, понимаем, что поезд ушел до того, как Джеймс на него опоздал, конечно же. Поэтому здесь глагол miss нужно использовать в форме past perfect. В итоге получаем следующее предложение. James was sad because he had missed the last train home. Видим, что в этом предложении у нас используется не только past perfect, но и past simple, да, was, как раз таки глагол to be в прошлом, прошедшем времени. Таким образом, здесь past perfect используется вместе с past simple, и past perfect указывает на то, что это событие произошло до другого события в прошлом. Давайте посмотрим на второе предложение. The dog, дальше глагол dig, in the garden, so it was covered in mud. Собака копалась в саду, в результате она была покрыта грязью. Да? Что мы видим? Мы видим какой-то процесс в прошлом и результат, к которому этот процесс привел. А именно, собака так заигралась в саду, что она была покрыта полностью, может быть, не полностью, только лапы грязью. Таким образом, глагол dig показывает продолженное действие из прошлого, результат которого виден косвенный результат, который мы видим, можем проследить тоже в прошлом. Да? Поэтому мы понимаем, что нам нужно использовать past perfect continuous. Вспоминаем, как оно у нас образуется, и в итоге получаем следующее предложение. The dog had been digging in the garden, so it was covered in mud. Таким образом, получаем предложение, где нам понятна логика событий, да, где был процесс, продолженное действие, а где какой-то конкретный результат. Давайте посмотрим на третье предложение. He switched the TV off and go to bed. Видим два глагола. Понимаем, что у нас вся ситуация приходила в прошлом. Поэтому здесь мы будем, ну и по условиям упражнения тоже нам нужно поставить все глаголы в прошедшее время. Тем не менее, если это не указано, то такой вопрос может быть полезен. Дальше посмотрим на последовательность событий. Что произошло сначала, а что потом? Сначала он, скорее всего, выключил телевизор, а потом пошел спать. Таким образом, у нас есть два действия, которые случились одно за другим. И мы понимаем, что нам в первом и во втором случае нужно использовать past simple. Switch у нас правильный глагол, поэтому мы просто добавим окончание ed. Go – это неправильный глагол, поэтому мы будем использовать вторую форму, а именно went. В итоге получаем следующее предложение. He switched the TV off and went to bed. Одно действие происходит за другим. Последовательность past simple. Четвертое предложение. They, дальше глагол, который мы будем ставить в правильную форму, drive for an hour before their car broke down. Что мы здесь видим? Во-первых, мы видим процесс, который происходил в прошлом, и он длился достаточное время, именно час, потому что даже есть указание на время. И этот процесс был прерван каким-то другим событием, либо привел к какому-то, может быть, даже результату. Ну, мы точно пока не знаем, была ли поломка машины результатом того, что на машине ехали, но тем не менее, одно событие, процесс прерывается другим коротким событием из прошлого. Таким образом, мы понимаем, что нам нужно использовать past perfect continuous, потому что как раз оно указывает на длительное действие в прошлом, которое прерывается
каким-то другим событием из прошлого. Таким образом, у нас здесь выходит следующее предложение. They had been driving for an hour before their car broke down. Broke down – это past simple, а had been driving – это past perfect continuous. Мы видим связку двух времен, и чаще всего так и бывает. Пятое предложение. Здесь отрицание. I not go out last night. Маркер last night указывает на то, что нам нужно использовать past simple. Очень легко ориентироваться в том, какое время нужно использовать в том или ином предложении, если мы будем обращать внимание на временные маркеры или сигналы. Эти слова помогают нам очень быстро сориентироваться. Вспоминаем, что в past simple отрицание строится при помощи вспомогательного глагола did, а именно в его отрицательной форме didn't, и получаем следующее предложение. I didn't go out last night. Я не выходил на улицу, я оставался дома, да, никуда не ходил вчера вечером. I didn't go out last night. Переходим к шестому предложению. It rained when I heard the noise. Здесь мы видим процесс, опять-таки, и этот процесс прерывается другим событием из прошлого. Мы понимаем, что нужно использовать past continuous, в первом случае, когда речь идет про дождь, да? И в втором случае мы видим, как и должно быть past simple, heard. Это вторая форма глагола hear. В итоге у нас выходит следующее предложение. It was raining when I heard the noise. Шел дождь, когда я услышал какой-то звук. Шел дождь как раз-таки задает у нас контекст, задает фон для основного события. Основное событие выражено при помощи past simple. I heard the noise. Седьмое предложение. When I came to the party, they... Дальше идет два слова, которые помогут нам выстроить окончание этого предложения. Already leave. Глагол leave и наречие already. Во-первых, already, конечно, указывает нам на то, что нужно использовать какое-то из времен группы perfect, потому что оно очень часто, практически всегда, используется с одним из этих времен. Дальше мы смотрим на последовательность событий. Когда я пришел на вечеринку, они уже ушли. То есть они ушли раньше, чем я пришел на вечеринку. Таким образом, мы понимаем, что действие, которое выражено глаголом leave, случилось или предшествовало основному действию, а именно тому, когда герой пришел на вечеринку. Таким образом, мы будем использовать leave в форме past perfect. В итоге получаем. When I came to the party, they had already left. Leave – это неправильный глагол, поэтому мы используем третью форму, а именно форму left. И already наречие у нас разбивает основной глагол и вспомогательный глагол. Таким и становится как бы между ними. Да? Had already left. И последнее предложение, восьмое. Where, дальше глагол be, you last weekend. Это интересное предложение, потому что я надеюсь, что вы поймете, что здесь не нужно использовать вспомогательный глагол, так как глагол to be – это так называемый сильный глагол, и он не требует для себя вспомогательных глаголов. Смотрим на временной маркер last weekend. Он говорит нам о том, что нужно использовать past simple. В итоге у нас выходит следующее предложение. Where were you last weekend? Где ты был на прошлых выходных? Where were you last weekend? Звучит как фраза, которую полицейский мог бы задать какому-нибудь подозреваемому. Да? Давайте посмотрим на сложные случаи употребления различных времен группы прошедшего времени. Давайте посмотрим на первые два предложения, а именно she lost her purse 2 weeks ago, и второе he was running in the park yesterday evening. В первом случае мы видим, что у нас есть маркер, который показывает то, что нужно использовать past simple 2 weeks ago, да? И во втором случае тоже есть временной маркер,
yesterday evening. Так вот, когда мы говорим про временные маркеры для past continuous, это всегда будет более точное время, более точное указание. Это вчера вечером, вчера в 10 часов и так далее. Если же речь идет про past simple, то там временные маркеры будут следующие, как last year, last month, in 2002 и так далее. И, конечно же, отталкиваемся тоже от смысла этих глаголов. Если past simple у нас выражает какое-то короткое действие однократное из прошлого, то past continuous — это продолженное действие из прошлого, это процесс именно всегда. И вторая пара — he had argued with a friend and he felt miserable. И he had been arguing with a friend and felt miserable. В первом случае у нас глагол argue стоит past perfect, а во втором случае had been arguing — это past perfect continuous. И то предложение грамматически верно, но в первом случае у нас идет речь о том, что сначала они поспорили, а потом он почувствовал себя несчастным, и фокус в первом глаголе идет именно на факт того, что они, факт того, что они поспорили, да, это не процесс, а именно какое-то определенное событие, которое случилось у нас до другого основного события, а именно того, что он почувствовал себя несчастным, и либо результатов этого события. И во втором случае у нас идет процесс, они спорили, мы не знаем, до чего они доспорились, это, в принципе, здесь даже не важно, а именно фокус на процессе из прошлого и результаты этого процесса, то, что герой почувствовал себя несчастным. Поэтому здесь важно понять то, что в зависимости от того, какую смысловую нагрузку несет то или иное предложение, такое время вы и выбираете, будь то из группы continuous или будь то из группы simple. Вот, пожалуй, все, что касается практики. Спасибо, что посмотрели. До свидания.